Сегодня 17 октября, день памяти, скорби и поминовения трагически погибших год назад наших товарищей, коллег по работе, старшекурсников и юных студентов Керченского политехнического колледжа. В память о погибших однокурсниках, преподавателях и сотрудниках Керченского политехнического колледжа нашими студентами высажена аллея памяти. Сегодня, в годовщину трагедии, всем мы, кто связан общей бедой, собрались у памятного знака. Он установлен керчанами и руководством Крыма в память о погибших. Колледж потерял 6 своих уважаемых всеми сотрудников, профессионалов высшего класса, друзей, замечательных людей. Отношении той боли, у каждого она по-своему, в душе, в сердце, конечно, запеклась теми вопросами, что несправедливо и не должно быть так. Не должны уходить из жизни люди, которые эту жизнь, наоборот, строят, созидают, которые столько прекрасного вносят в жизнь, и оборваться это, прекрасная жизнь людей просто... но не должна, не имеет права. Вот это, наверное, и сейчас в каждом душе каждого из нас.